Здравствуйте, это гороскоп Зурхайна ТВ. Меня зовут Дондо Плама. Сегодня 4 августа, четверг, 7-й лунный день. День хорош для людей, родившихся год тигра, кролика, обезьяны и курицы. В этот день задуманные дела будут получаться легко. Очень хорошо в этот день строить дуган, субурган, делать добрые дела, почитать три драгоценности, совершать подношения дацан и ламам, приглашать гостей, собирать знакомых и родственников, переправляться через реку, развеять слухи, проводить похороны и поминки, а также для дел, связанных с деревом и землей. Отправляться в дорогу, исполнится все задуманное. День неблагоприятен для людей, родившихся год коровы, дракона, овцы и собаки. Не стоит в этот день устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать работников, приводить невестку, отдавать дочь в невесты. Стрижка волос к сплетням, ссорам и недопониманию. И помните, лучший человек скромен в своей речи, но решителен в своих действиях.